Сторожевой корабль «Чебоксары» станет музеем. Судно списано на берег и отправлено в док города Балтийска Калининградской области на ремонт. После этого он найдет постоянный причал в гавани столицы республики. 3 июня он отправится в Чебоксары. Через год на нем планируют открыть музей. В одном из залов будут демонстрировать макеты моделей кораблей, в другом – рассказывать о жизни и деятельности академика-кораблестроителя, уроженца Чувашии Алексея Крылова. Музей-корабль предполагают разместить на набережной Волги у Свято-Троицкого монастыря. Оценить грядущее событие предлагают жителям Чувашии на портале «Открытый город».